Ничего страшного, сейчас мы это все прокачаем. Так, увеличим скорость. А, что такое оф? Оф, а что такое было оф? Типа... Ага, так, это не надо, ладно. Прокачиваем, прокачиваем, зарабатываем деньги. Сейчас мы этих всех монстриков убьем. Сколько мы заработали? Уже тысячу, уже 2000 почти что заработали. Так, на покупку нам нужно где-то 1003. Надо еще раз сыграть. Да, Дуда, Дуда. Да, Дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, ребятки, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру «Защити свой замок». Ну что ж, сделаем апгрейд нашим лучникам немножко. А также сделаем апгрейд нашему замку. Раз, два, три. В принципе, у нас еще есть немножечко денег. О, смотри, как мы его улучшили. Вау, 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 смотри, что-то изменилось, да? Какой-то другой у нас стал замок. А давай купим, а здесь еще можно взять какого-нибудь персонажа, типа вот, что у нас тут есть, эльфы, орки, какой-то некромант. Давай попробуем некроманта взять одного. Так, хорошо. Вот, у нас некроманты у нас развиваются. Давай еще возьмем сюда, допустим, эльфа одного. Угу. Купим. Повысим ему сразу силу. Хорошо. А, в этом, значит, разделе мы возьмем. А, больше денег нету. Ладно, идем сражаться. Посмотрим. Так, смотри, эльф уже начал стрелять. Хорошо, смотри, у него дальнобойный. Вот такой вот у нас замок стал, да, ребята? Интересно. Сейчас посмотрим. Ну, в принципе, мы побеждаем. Здесь как бы ничего сложного нет. Поэтому можно на ускорение на 2х поставить. Все, смотри, как мы быстро их мочим. Уничтожаем, да? Нормально. Но они немножечко и подходили, и немножечко наш замок подрубили, да? Так, заработали 2000. Так, сделаем улучшение лучникам. Так, все, и отправляемся дальше. А я хочу полностью здесь забить, наверное... А что у нас это делает? Некромант. Просто выстреливает, да? Ага. Так, лучница. Так, стреляет хорошо. В принципе, нормально. Ну, несложно. У нас тогда цель какая сейчас? Подзаработать денег, настроить побольше, поставить побольше лучников сюда. Так, 3000 мы заработали, да? А, кого поставим сюда? Так, эльфы всякие, орки, некроманты. А, вот еще, смотри, какой-то есть у нас... Присент, присент какой-то. Будем его брать? Или да, вот это вот с гармошкой возьмем. С бубном, да? Посмотрим, что он будет делать. Отправляемся в бой. А он, наверное, просто деньги, деньги, значит, да, делает. Добавляет, зарабатывает. Ладненько. Хорошо. Ну, здесь давай ускоримся. Всех мы мочим. У нас очень большая сила. Смотри, никто не может справиться с нами, да? Так, давай побольше стрел. Вот, смотри, монстрик, монстрик пришел. Так, давай этого сейчас сразу мы его подзарядим. Все, убили. Давай еще кого-нибудь поставим сюда. А, ну давай еще эльфа поставим. Почему нет-то? Вот так, что это? Промоушен. Что-то промоушен. А, улучшить, да, 11. Ох, нифига, мне не хватает такого, подожди, алло. Так, а что, мы больше эльфа не можем ставить, да? Типа он у нас уже стоит. Ага, нет, не можем. Давай другого тогда поставим, давай вот этого обычного. Так, все, купили. А, нет, не хватает денег. Хорошо, понял я, понял. Значит, здесь одинаковых, в принципе, нельзя ставить. Хорошо. Так, сила у нас мощная, мы всех побеждаем. Тут вопросов возникнуть не может, да? Лучников у нас много. Так, все, подняли мы уровень свой. Все, победа. Заработали еще 3000. Так, здесь можно улучшить. Ну, давай улучшим время. Уменьшим на заработки денег наших. А, улучшим давай наших вообще лучников. Все, и поехали дальше. Так, тут еще у нас место есть, да? Кому-нибудь поставить. Ничего, сейчас поставим. Заработаем только деньги. Денег только заработаем.
Так, тихо. Давай, лучница, стреляй в них. Вот, хорошо, их все больше и больше становится. Кто у нас здесь еще? Давай, давай воинов выпустим, наших солдатиков. Вот, синенькие вот эти вот слизнячки. Все убили. Хорошо. Так, дальше смотрим, что у нас еще. Давай сюда поставим. А можно сюда еще что-нибудь поставить? Трофей. Так, трофей же у нас был. Так, дерево. А, денег нет. Ладно. Давай еще отправимся в бой. Не хватает у нас, слушай, денег. Да, чтобы это все прокачать дело. Ну, ничего страшного, сейчас мы это все прокачаем. Так, увеличим скорость. А, что такое оф? Оф, а что такое было оф? Типа... Ага, так, это не надо, ладно. Прокачиваем, зарабатываем деньги. Сейчас мы этих всех монстриков убьем. Сколько мы заработали? Уже 2000 почти что заработали. Так, на покупку нам нужно где-то 1003. Надо еще раз сыграть. Так, давай еще раз сыграем. Смотрите, у нас червь тоже, смотри, занимается, да? Убийством, молодец. Да, о-хо-хо-хо-хо-хо-хо, как тут много всего, подожди. Так, сейчас мы сделаем лучницу нашу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, где у нас волшебник? Вот этот? А, что это у нас? Нет, не волшебник, вот он волшебник. Сразу сейчас туда молнию добавим. Так, ну и все, это последние, да, остатки. Хорошо убили. Так, заработали уже 5000. Давай поставим сюда что-нибудь типа дерева. Да. Все, дерево мы купили. Что можно еще купить? Вот в это место мы можем поставить... Ох, нифига, 50 тысяч стоит. Столько денег нет у нас. А здесь сюда что можно поставить? Может, трофей вот этот, да? Эквип. Что такое эквип? Вот, поставили. Хорошо. Так, ну все, в принципе... Поехали драться. Все у нас с трофеем, ребята. Мы будем больше зарабатывать деньги. Да, сейчас посмотрим, у нас уже почти что 4000. О, нормально, трофей работает, нормально. Так, монстрики идут. Давай этот сразу. Стрелы. Так, это что такое у нас? А, двойные стрелы, интересно. Все, мы сейчас их победили. Сейчас надо вторую скорость поставить. Давай. Ох ты, монстр какой-то, смотри. Ага, босс. Все, босса мы завалили. У нас 6000. 6000, ребята. И смотри, у нас приносят денег, смотри, 3670. Так, что у нас здесь эти ребятки работают, да? Хорошо, пусть работают. А здесь еще можно что-то купить. Ой, дорого все стоит. Так, вернемся к городу. Так, что здесь еще? Вот у нас здесь есть вот эта штучка, мы ее сейчас сделаем. А может быть вот это вот? Бонус голд. Давай, сделаем побольше, чтобы нам денег давали. Пока. Мы ничего здесь не можем приобрести. Вот сюда только что можем поставить кого-нибудь чувака. Сейчас найдем кого-нибудь интересного. Вот этого, смотри, можно поставить. Можно поставить вот этого даже. Давай вот этого купим. Не знаю, что это такое будет. Не знаю. Так, давай, он будет что-то делать. Сейчас посмотрим, что, чем он занимается вообще. А, он такого монстра, смотри, выдвинул. Прикинь, прикольно. Интересно. Да, что-то он умер быстро. Надо его будет потом улучшить. Это что такое? О, непонятно. Ладно, ждем. Ну, в принципе, уже неплохо, смотри, да? Сколько мы заработали? Ага. А давай попробуем, знаешь, что сделать? На карту выйти, на карту. Где у нас карта была? Вот она карта. И здесь попробуем вот этого завоевать. Где 50 написано. Не знаю, получится или нет. Так, у него, смотри, какой-то замок странный, да, интересный. Мы до такого замка еще не дошли. Так, ой-ой-ой-ой-ой, давай там монстров вытащим. Вот, пусть работает. Лучница. Ну смотри, потихонечку мы уничтожаем, да, этот замок. Давай выпустим наших солдатиков. Так, кто там у нас еще может что-то использовать? Вот этот волшебство сейчас сделаем. Во! Тут все равно быстро, конечно.
Так, а ну-ка, у нас здоровье 900, у того уже, ну, по процентам, если смотреть, то, в принципе, мы делаем, да? Мы его, как бы, завоевываем. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Давай сразу еще одного монстра выпустим. Вот, пускай он здесь работает. Солдатиков. Так, давай. А, лучниц нет, у нас не хватает маны. Ой-ой-ой, что творится? Подожди, ребята. Что творится, смотри. Ничего хорошего. Ага, они нас уничтожают быстрее, чем мы их. Это не очень хорошо. Так, давай. Их немножечко отодвинем. Маны нет, видишь, не хватает маны. Это плохо. Да. Они так нас зафигачат. Сейчас, смотри, крестьян выпустили. Все, да, все умерли. Умерли. Ладненько, не будем пока там. Пока у нас не хватает мощи такой, да? Ладненько, отправляемся. Батл делаем. Будем здесь пока зарабатывать немножечко деньги. Чтобы... Я хочу улучшить наш замок получше. Потому что какой-то такой был хороший такой каменный замок. А сделали нам что-то какое-то непонятное что. Не похоже даже на замок, что это замок. Ладненько, все, мы выиграли, хорошо. Так, давай улучшим замок, посмотрим. А, просто лесенку сделали, да, нам? Ну, а таких бы купить бы, ну, 50 тысяч стоит, офигеть. Они, главное, все 50 тысяч стоят, одинаково. Ладненько, будем зарабатывать тогда на них. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока!